Друзья, всем привет! Прошло порядка 2 недель с момента оживления и постановки на колеса этого тракторка Т-16. Ссылочка на ролик будет здесь вот вверху. Кому интересно, переходите и смотрите. Значит, настал тот долгожданный момент. Будем сегодня его забирать домой. Вот. У нас как бы 2 недели почти каждый день шли дожди, поэтому было с этим проблематично. Вроде сегодня погодка немножко наладилась. Сейчас первым делом накачиваем колеса, заправляемся. Установлю вот этот вот электровентилятор, турбинку для охлаждения двигателя. Запаял сюда вот проводочки, все аккуратненько сделал. Вот, напомню, у нас проблема с родным вентилятором охлаждения. Ну и все, будем выдвигаться потихоньку. Как бы путь вроде как и недалекий, но для этой техники и не близкий. Я думаю, что будет интересный контент. Вот, сейчас подготовительные мероприятия. Ну и будем потихонечку выезжать. Все, клетчатка надежно стала на свое место. Как раз направил в сторону 2 цилиндров, но я думаю, охлаждения хватит. Ну, буду немножко проезжать, останавливаться, смотреть, что по температуре. Вот, так что двигаемся дальше. Дальше колеса накачал. Все, сейчас пытаемся заводиться. Посмотрим, как тут по солярке у нас. Так, солярка стоит в системе. Так, все отлично. Значит, система заполнена. Так, ладно. Тогда пытаемся стартовать.
Друзья, прицеп решила сегодня не забирать, так как в нем болтается ступица, надо поджимать. Ну, время уже 5-й час, короче, ехать пару часов, поэтому надо, чтобы до темна доехать, поэтому решила сегодня не испытывать судьбу. Ну, приеду за прицепом как-нибудь в другой раз, когда будет посвободнее. Так что погнали. Короче, друзья, первый привал, проехал я около километра, может чуть меньше, по температуре, вот, я держу руку на цилиндрах, то есть еле-еле теплые, ну такие, короче, обдувает улитка капитально, вот, сейчас выключу вентилятор, чтобы было менее шумно. Вот, пока все замечательно, как бы трактор едет нормально, но дорога вот такая вот. Сами видите, какая приходится ехать по полю. Ну, едем потихоньку. Блин, в пути уже, наверное, минут 30-40. Ну, честно говоря, очень утомительно. Очень утомительно, но будем ехать дальше, как бы нам надо сегодня по-любому доехать до дома. Вместо воздухана пока тряпочку привязал, как бы сейчас пыли никакой нету. Главное, чтобы ворона какая не залетела. Вот. Ну и все. Короче, продолжаю путь. Еще надо пару привалов. Ну, уже доедем. Дай бог до дома. Там включимся.
Так, ну что, друзья, очередной пит-стоп у нас. Я уже еду вдоль соседских огородов. В принципе, мне тут осталось 800 метров. Значит, буду сейчас доливать масло. Какая проблема? Значит, залил я целый уровень. Сейчас у нас уже как бы еле-еле щуп захватывает масло. Значит, гонит масло откуда-то из-под головок, потому что здесь аж целая лужа, когда обдувает вентилятор, оно аж сюда вот выгоняет все равно как такую волну. Ну, предусмотрительно я с собой взял бутылочку масла отработки, недавно в машине менял, ну, чисто чтобы доехать. В любом случае это все дело будет разбираться, будем заливать нормальное масло. Вот, сейчас немножко подолью масло, ну, поедем дальше. Тут уже последний рывок по охлаждению, все четко, все супер. Ну, как бы по всему остальному, но, честно говоря, снимать в таких условиях вообще тяжковато. Да, тракторчик такой, чисто как бы на небольшие перегончики. Так, ладно, доливаю масло и погнали. Ну что, друзья, если не считать сбитый отлив, то мы благополучно добрались до места. Да, доехали как бы без происшествий, в принципе. Самое главное, не перегрелись, масло я контролировал. В принципе, ничего даже не отвалилось у нас. Все, трактор на базе, это сделано большое дело. Вот здесь постепенно, потихонечку буду приводить уже в порядок его. По поводу кузова, ну не знаю, для меня пока что вопрос довольно спорный, что с ним делать, напишите в комментах. Я склоняюсь более какого-то такого что-то более практичное, типа погрузчика, куна вместо него. Вот, ну пока не знаю, значит, будем приводить в порядок двигатель, систему охлаждения, сделаем навесочку для плуга простенькую, вот, ну а там дальше по порядку. Короче, как-то так, ребят. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале.